Эцио? Где Макиавелли? Я не нашла его. Я привел графиню сюда. Катерина, не хочешь рассказать нам, где ты был? Искал Эцио. Что слышно о Чезаре Родриго? Чезаре уехал, прежде чем я смог подобраться к нему. А Родриго вообще нигде не видно. Странно. Обычно Родриго сидит в замке. Да, очень странно. Зря потратили время. Не обижайся. Я не обижаюсь. Чезаре в Урбино. А значит, мы должны собирать силы. Разве мы не хотели нанести удар сейчас? Это невозможно. У Чезаре огромная армия в Романье. Тебе не добраться до него. Значит, будем действовать здесь, в Риме. Лишим Борджиа влияния и соберем наши силы. И я хочу начать прямо сейчас. Вольпе, приведи сюда Клаудио и Бартоломео. Макиавелли, встретимся на площади. Позаботься о ней. Смотри, Борджи обирает людей до нитки, чтобы удержаться у власти. Что ты собираешься делать? Привлечем его на нашу сторону. Ты шутишь, да? Чтобы победить в этой войне, нам нужны верные бойцы. Вербуя врагов государства, мы вооружаем тех, кого разоружили Борджи. Ну иди, вербуй новобранцев. Ассасин! Битва за Рим началась. Если хотите, можете покинуть город. Но если останетесь, тогда помогите мне разгромить Борджиа. Я устал прятаться во тьме. Я с тобой. Найди Никколо Макиавелли на Тиберине, и тогда станешь одним из нас. Их ложь больше не скроет твою истину. Освобождение Рима началось. Вы спасли меня. Отныне я буду служить вам.